1800 году библиотека Свято-Успенского мужского монастыря находилась над Святыми воротами колокольни. Здесь была богословская и богослужебная литература, книги по истории, словесности, математике, географии и мореплаванию, а также полная юридическая подборка. К началу 20 века фонд библиотеки насчитывал до 10 тысяч печатных и порядка 700 рукописных книг, в том числе и 16-17 веков. После закрытия монастыря некоторые экземпляры вывезли, а оставшиеся разворовали или сожгли. Новая библиотека Саровской пустыни находится в здании духовно-научного центра. Читатели могут найти здесь широкий выбор литературы. Большое дело у нас детской литературы. Здесь представлены книги от 0+, младшего школьного возраста, среднего, старшего и, конечно, подросткового. Наш младший читатель найдет любую книжку по своему вкусу. И подрастающее поколение, у которого, ну, конечно, много вопросов в нашей жизни, тоже найдет хорошую повесть художественную, историческую книгу, книгу по психологии. В библиотеке есть и взрослая художественная литература, романы известных православных писателей, классические произведения и поэзия. Значительную часть полок занимают книги о преподобном Серафиме, царской семье и Саровской пустыне. В библиотеку духовно-научного центра можно прийти не только за духовной пищей, но и за научными знаниями. Библиотекарь подберет для вас книги по истории России, разным военным событиям и полководцам. Домой можно взять и красочные энциклопедические альбомы по военной технике. Также книги у нас по музыке, садоводству, домоводству, путешествием по миру, то есть на разные-разные вкусы. И тоже также благодаря нашим прихожанам наша библиотека пополнилась. У нас много книг по русской литературе, по зарубежной литературе. Вот тоже достаточно по школьной программе много книг. Вот. И много у нас и учебной литературы. Фонд библиотеки свыше 5000 книг. Плюс здесь представлена и периодика. Подарочные издания большого формата при необходимости тоже могут дать вам домой. Библиотека оснащена читальным залом, в котором можно уединиться за чтением. График работы с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Интересующие вопросы можно задать по телефону 8-910-125-76-55. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.